Дивіться сьогодні. Поліцейських звинувачують у побитті наркомана. Результати судового розгляду. Сілі машини закупили, до зими готові. У першій столиці розповіли про роботу комунального підприємства «Шлях Рембут». Процес реінтеграції України. Проблеми реабілітації та працевлаштування ветеранів війни. Чемпіонат світу з гирьового спорту 2017. Досягнення українців. Виставка валяних виробів майстрів Харківського області, шерсть сучасності, нові реалії традицій. Подробиці далі у сюжетах. Приємного перегляду. 19 травня цього року до Київського відділу патрульної поліції надійшов дзвінок. Жінка повідомила про незаконне проникнення невідомого чоловіка до сусідського житла. На виклик за вказаною адресою приїхали правоохоронці. Інспектори побачили громадянина, тримаючого руку у штанях. Як виявилося пізніше, чоловік тривалий час вживав психотропні речовини та не міг згадати, як потрапив до квартири. Наразі прокуратура оголосила підозру двом поліцейським за фактом нанесення тілесних ушкоджень при затриманні злочинця. Чи дійсно інспектори перевищили свої службові повноваження? Про результати судового розгляду ми розповімо у нашому сюжеті. 19 мая 2017 року около 5 вечора ми з моїм напарником і з напарницею приїхали на адрес по визову на планшет о підозрілій особі, яка проникла в жилье к людям. Соседи нас взяли, вызвали. Мы приехали, действительно обнаружили там личность, которая находилась под какими-то психотропными веществами. Пояснить ничего абсолютно не могла. В ходе разбирательств мы вызвали следственно-оперативную группу, которая зафиксировала факт кражи телефона хозяйки квартиры и золотые серьги. Он по факту их украл, за что получил наказание 3,5 года условно. В итоге по нам открывают уголовное производство по статьям 28 и 365 части 2 за превышение, за нанесение телесных повреждений этому вору, по факту, как он оказался потом в итоге. Якобы мы сговорились с напарником, нанесли ему легкие телесные повреждения при задержании, хотя факта этого не было. Суд решил отменить их обвинительный акт, который слово-слово совпадает с подозрением, но решил все-таки оставить нас на домашнем аресте еще на 2 месяца. Личность Эдуарда очень интересная. Он с 95 года уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных. У него около 5 сроков за спиной, в том числе и кражи, как выяснилось. Из-за этого на момент нашего задержания были риски, что он может сбежать, и риски были сопоставимы с тем, что он может нанести какие-то, может, телесные повреждения даже несовершеннолетнему ребенку, который находился в той квартире на тот момент, как он там искал что-то для себя и чем бы поживиться. В итоге этот потерпевший сейчас и осужденный за кражу приходит на суд, возможно, даже и, ну, до сих пор под воздействием каких-то психотропных веществ. Я, конечно, не специалист, но складывается такое впечатление, потому что он не понимает, в чем даже идет речь в суде, в зале заседания. Я не слышал. Ваша внука. Да я не слышал вопрос. Я спитала ваша внука. По поводу чего-то вообще? По поводу заменения записника. А, ну ничего, не понимаю. Да. Все показания, все протоколы допроса, которые давал Пазучан Эдуард, как потерпевшая сторона уже, они не сходятся вообще априори с его словами ни в одном случае. Он говорит, то его неизвестные били в 8 вечера, а потом приехала уже скорая полиция, хотя я не знаю, где он был в 8 вечера, если мы без 28 уже уехали с адреса и передали оперативным службам его, и по нем уже и шло расследование. Потом он говорит, что били якобы его по почкам, следы, синяки на лице. Ну, короче, полный бред. Говорит, что били его якобы и в райотделе, потом говорит, что не помнит. Ну, у него провалы в памяти, но то, что нужно прокуратуре, он вспоминает. Но иногда тоже забывает. Представьте, когда к нам направлено, то на 84-й, это тоже немало. Исключение, что значит, если было второе, то потом к нам провадження в открытом особом городе, а суды на особого. В Киевском районном суде города Харькова вчера было подготовительное судебное заседание.
рассматривался обвинительный акт в отношении патрульных полицейских Капустяна или Мишка. И решался вопрос о том, достаточно ли изложено правильно обвинение, обосновано ли оно, расписано правильно со стороны прокуратуры, чтобы назначить рассмотрение в суде уже по существу. На мой взгляд, суд принял неоднозначное решение, сам себе противоречит. Обвинение признано неполным, неконкретным и таким, что не подлежит рассмотрению в заседании, так как нарушает право на защиту обвиняемых, потому что не конкретизировано вообще, не расписано, в чем был сговор, в чем было превышение служебных полномочий. То есть суд обратил на это внимание. Суд понимает и принял решение о том, что обвинение не конкретное и не может быть рассмотрено в суде, так как вообще непонятно, в чем было превышение. Но при этом суд удовлетворил ходатайство прокурора о домашнем аресте, хотя в принципе возложил те обязанности, которые возможны при особистом зобовязании. То есть достаточно было в простонародье подписки о невыезде, грубо говоря, для того, чтобы, в принципе, обеспечить все процессуальные моменты. Написала уголовную статью 177, 178, 184, 181, 214 КПК, ухвалы. Продолжить как Костяну Станиславу Доменчу заключить захід України домашнього арешту сроком 60 днів, тобто 26.01.18 року, а саме. Забивання Костяна Станіслава Доменча залишити місце проживання з 22.01 до 6 години. Продовжити Капустяна Станіслава Володимировича наступні обов'язки. Перебувати за викликом слідчого прокурора особи за першою вимогою, долучатися з населеного пункту контролю. Він заарестований проживаючи, перебуває без дозволу слідчого прокурора без суду. Отримається від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, слідчим прокурором, спілкуватися з нею з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом, слідчим прокурором. Вначале суд пишет, что необоснованное обвинение, но при этом достаточно для домашнего ареста. Хотя обвинение копирует подозрение, поведомление про подозру. Соответственно, если обвинение не конкретное, значит и подозрение не конкретное, не обоснованное. Соответственно, каким образом мера пресечения, аж домашний арест ночной применена, ну, остается загадкой. Почему? Возможно, суд просто, опять-таки, ну, не хочет, скажем так, полностью рубить позицию прокуратуры, потому что, ну, им дальше с ними работать и все такое, корпоративная этика и так далее. Ну, я считаю, что это хоть и маленькая, но победа в том плане, что уже мы заставили прокуратуру фактически через суд переписывать ту писанину, которую они уже написали. Нового они ничего не могут в дело внести, то, что они собрали. А то, что они собрали, они его не могут обосновать таким образом, чтобы это действительно был состав преступления в превышении служебных полномочий и сговор группой лиц, то есть якобы они сговорились нанести телесные повреждения вот этому человеку, который, во-первых, уже признан виновным в краже, уже судимый за это, то есть они раскрыли преступление по горячим следам. Каким образом, по мнению прокуратуры, должны они были это делать, непонятно. И в чем превышение, тоже непонятно. Можно сказать, что уже готовы, да? Да, мы готовы. Мы готовы. Да. Завтра ждем. Попрошу. Зовсім скоро у Харкові очікуються снігопади. Знімальна група інформаційного агентства «Інформбюро» відвідала комунальне підприємство «Шлях Рембут» і дізналася, чи готові комунальні служби до зими. Мы находимся на участок механизации коммунального предприятия «Дорремстрой». Техники подготовлено 269 единиц. А в этом году порядка 40 единиц техники мы приобрели. Это 16 автомобилей «Форд», да, новые. Вот 4 вахтовки, 6 катков, 5 бушеров, вот они с отвалами со снегоуборочки. Песка, песчано-солевую смесь заготовлена 18 тысяч метров кубических, чистой соли 11 тысяч тонн.
Это порядка 75% от необходимого. Продолжаем учет. Завоз, идут вагоны, соли. Разработаны схемы, маршруты, ответственные мастера, обозначены ответственные суточные. В дежурстве постоянно находятся водители, сменщики, которые меняют. И, в принципе, опыт у нас есть. К сожалению, нас пугают только снегопады, которые не прекращаются более там, 5-6 часов, 8-10. Это как бы настораживает. А так, с обыкновенным гололедом, снегопадом мы готовы. Цієї допомоги – це допомога працевлаштування. Чому ми вибрали такий момент? Тому що вважаємо, що якщо у ветерана є робота нормальна, адекватна, яка дозволяє йому як матеріально забезпечити себе та свою родину, так і момент соціалізації, да, бо робота для кожного з нас – це не тільки гроші, а інколи не стільки гроші, це і колектив, знайомі. Ми допомагаємо, яким чином ми не можемо створити іншого ринку праці, який є в Україні. Так, тобто ну, ми не є самі по собі там великим роботодавцем, але в нашій команді є досить багато спеціалістів, котрі працювали в корпоративному сегменті, в компаніях різних, і ми знаємо, як задовільнити попит роботодавців в якісній робочій силі. Ми намагаємося розкрити, показати роботодавцям ці плюси, дати їм якісні кадри і, відповідно, ветеран дати якісну роботу. Хочу сказати, що хоча ми починали трошки більше року назад, було важко. Спочатку роботодавці не розуміли, навіщо це, для чого це, чому це має бути якісь там особливі групи і треба їй робити увагу, то зараз вже рік прийшов і звертаюся самі, тому що багато ветеранів себе добре зарекомендували. Ми несемо певну відповідальність за людей, котрих пропонуємо. У нас є алгоритм нашої роботи, який передбачає моменти, перш за все, це психологічної роботи. Тобто, якщо людина потребує підтримки психологічної, вона надається. Далі йде етап профорієнтації. Щоб людині підібрати хорошу роботу, ми маємо знати, до чого в неї лежить душа, що їй буде подобатись, до чого вона має схильності. І далі тільки третій етап вступає Ольга та її колеги з відділу працевлаштування, котрі підбирають максимально підходящу для людини роботу, яка є конкурентною на ринку праці. Якщо ми бачимо, що у людини її навики, розуміння, там, чи життєвий досвід не відповідає потребам сьогоднішнього ринку, ми пропонуємо її опцію зміни кваліфікації чи підвищення. Дуже практичні курси, різні. Це можуть бути курси електрозварювання, це можуть бути курси відкриття нових категорій водіння, це можуть бути курси IT, котрі дозволять їй отримати кращу роботу. Тут вже людина кожна сама вибирає, що їй пріоритетніше сьогодні робота, але менш оплачувана, чи понавчатися безкоштовно 3-6 місяців і мати кращу перспективу. Наша діяльність вся є прозорою, білою, зокрема і фінансово. Ми хочемо бути взірцем, в тому числі для наших партнерів, для роботодавців. У нас є більш глобальне завдання, так, змінювати економічне поле в Україні, суспільство, сприяти розвитку громадянської діяльності. Тому маємо починати з себе. Центр займається непосередньо консультаційно-дорадчим фактором, плюс сопровождение, взаимодействие со всеми центрами помощи учасникам АТО на территории Украины, это как в передвижении раненых,
отправки на реабилитацию плюс сопровождение. По трудоустройству в центр очень много обращений. Попытаемся посотрудничать и развить эту деятельность вместе. Дванадцятого листопада у корейському місті Сеулі стартував чемпіонат світу з гирьового спорту 2017 серед дорослих, юніорів та юніорок. У змаганнях взяли участь 33 країни світу. Як відзначилися українці на міжнародному турнірі, дивіться в сюжеті Інформбюро. З 13 по 19 ноября в столиці Южної Кореї, в Сеулі, проходив чемпіонат світу по гирьовому спорту. Принимало участие 33 страны, более 200 человек. В личном зачете по длинному циклу я занял второе место, проиграл сопернику с России. Также выступал в командной эстафете, где мы заняли второе место. Команда Украины заняла третье место. На прошлом чемпионате мира я стал чемпионом среди юниоров и серебряным призером среди взрослых. Выставка мастеров Харьковской области. На выставке представлены работы 9 мастериц. Алена Мурашко, Алла Глущенко, Елена Кравчинская, Ирина Моисеева, Людмила Шулипова, Наталья Горошко, Ольга Тимошенко, Татьяна Андросова, Юлия Иваненко. На выставке представлены в основном аксессуары, но это и одежда, и головные уборы, и обувь, шерстяная живопись и шерстяная акварель, две работы. И несколько работ детских представлено, такая как шерстяная скульптура. Каждая из мастериц работает в своем неповторимом стиле, потому как используются различные микронность шерсти, различные приемы их использования, валивается и другие материалы, другой текстиль, как шелк. Для того, чтобы достичь хорошего уровня изделия, нужно очень много труда и времени. То есть, чем лучше ты заваливаешь, тем больше ты на это тратишь времени, тем более функциональное изделие, тем оно дольше носится, тем оно больше используется. То есть, эта выставка отбиралась как раз по уровню качества войлока. 30 числа у нас состоится творческая встреча с авторами, где все желающие смогут и задать вопросы, и увидеть даже небольшое мастер-шоу по валянию. Выставка у нас продлится до 2 декабря включительно. Ну, еще раз приглашаю всех 30-го на творческую встречу.
Успенский собор считается одним из старейших в Харькове. Первая Успенская церковь в нашем городе была возведена в 50-х годах 17 века. Она была деревянной и достаточно небогато убранной, маленькой, холодной. И со временем, когда город разрастался, конечно же, она перестала вмещать в себя всех желающих, и необходима была ее реконструкция. В 80-е годы 17 века такая реконструкция была произведена, но, к сожалению, в 1733 году храм сгорел. Само здание за последние 100 лет претерпело целый ряд изменений. Где-то ушли стены, а где-то появились. И вот одна из них – это вот эта находящаяся у меня за спиной фальшстена. Если посмотреть внимательно, то верхняя часть прикрыла собой клирос, а ниже – алтарная часть, где псаломщики читали псалмы. Предположительно, именно в этом месте царь Петр перед Полтавским сражением, как простой псаломщик, участвовал в богослужении. Решение о строительстве колокольни было принято в 1819 году. Это было связано с тем, что недавно прошла Отечественная война 1812 года, война с Наполеоном. И была выдвинута идея о том, что в Харькове в честь победы над Наполеоном и в честь императора Александра I, победителя, необходимо возвести новую колокольню при Успенском соборе, в которой будет устроена также теплая церковь в честь святого благоверного Александра Невского. Само по себе это архитектурное сооружение является выдающимся во многом. Почему? Во-первых, это самое высокое здание в городе Харькове и на момент постройки, и до последнего времени оставалось таковым. И, между прочим, из культовых сооружений до сих пор колокольня Успенского собора является высочайшей в Харькове. Ее высота составляет 89,5 метра. Мы стояли на холме и думали, что нашему зданию ничего не грозит. Пришла война, и само здание просто не пострадало. Из-за бомбежек были потревожены подземные воды. И вот вода начала не просто подмывать фундамент, а как будто растягивать его в разные стороны. Снова о нашем здании вспомнили в конце 60-х годов. Прежде чем сделать здесь концертный зал, были проведены колоссальные работы по укреплению фундамента, и бетонирование проводилось дважды. Сначала в 70-е годы, перед установкой органа, а потом впоследствии в 2005-2006 году, перед установкой креста. Сейчас мы с вами находимся в теплом храме на Александрийской колокольне, изначально освященном в честь великомученицы Параскевы, имеющей с момента освящения в 1787 году три предела. На чердаке одним из монтажников был найден холст, натянутый на черное дерево. Поставили у входа в храм в расчете на то, что, может быть, когда-нибудь храм разбогатеет, и отдадим то, что было найдено реставратором. Через 4 месяца владыка назначает архиерейское богослужение, после которого лики чудодейственным образом начали проявляться. В нашем храме нет ни одной иконы, которую бы мы купили где-то в магазине или на ярмарке. Все те иконы, которые вы видите, подарены храму либо прихожанами, либо храмами-побратимами или монастырями.